Приветствую вас, друзья, и в этом видео я хочу показать вам, как изготовить коктейль Молотов в игре The Force. Все, что вам понадобится, это найти два предмета. Это кусочек ткани и бутылку жидкости. После того, как вы найдете эти два предмета, нужно их скомбинировать. Делается это очень просто с помощью правой клавиши мыши. То есть нажимаем на ткань, затем на бутылку. В центре у нас появляется вот такая шестеренка. Нажимаем на нее тоже правой клавишей мыши и получаем наш коктейль Молотов. Теперь можно поджигать врагов, но, к сожалению, нельзя поджечь лес. На этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.